В прошлом месяце губернатор Московской области в своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья рассказал о том, что часть бюджета региона в 2018 году пойдет на новое направление социальной защиты. Пенсионеры получат единовременные выплаты. Подробнее о поддержке населения рассказала руководитель Щелковского отделения соцзащиты Жанна Пеняева. Есть решение о выплате 5000 рублей пенсионерам, которые старше 70 лет, либо кому в 2018 году исполняется 70 лет. Данная выплата, она назначается впервые. Это дополнительная мера соцподдержки, дополнительная помощь. Выплата станет единовременной. По предварительной оценке, в Щелковском районе ее смогут получить порядка 21 тысячи пенсионеров. Многие из них уже могли обнаружить у себя в почтовом ящике подробную информацию. По всей Московской области пенсионеры, чей возраст превышает 70 лет, получили вот такие письма от губернатора Подмосковья. Здесь говорится о том, что в срок до 1 июня деньги должны быть перечислены на карту, либо прийти почтой, в зависимости от того, как вы привыкли получать пенсию. Если по каким-то причинам вы не получили средства в назначенный срок, пугаться не стоит, необходимо обратиться в ближайший многофункциональный центр или отделение социальной защиты. Данная выплата будет произведена автоматически, то есть гражданам не надо будет приходить в управление соцзащиты, писать заявление, то есть те пенсионеры, которые получают выплату на счета в банках, данная сумма будет перечислена на счет в банке, те, кто получают выплаты на дом, носит доставщик, им данная сумма 5000 рублей будет доставлена на дом. Всего в Подмосковье социальную поддержку за счет средств областного и федерального бюджетов ежегодно получают 109 категорий граждан и более 2,4 миллиона человек. Это практически треть жителей региона. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».